Позавчера был на рыбалке и произошел неприятный случай. Лопнула камера на трансовом колесе. Но попытался на месте реанимировать, мне ничего не получилось. Думаю, ладно. Короче, приехал обратно, вынул камеру, понес машиномонтажку. Заклейте, говорю. Не, даже завулканизируйте, потому что очень неприятное повреждение, оно вот здесь находится, на склейке соска. Так мне один мужик там говорит, что они, китайцы, делают эти камеры из такого трипера, что вулканизатор не берет, а заплатки от нее просто отлетают. Поэтому, говорит, смирись, выкинь ее и просто купи новое колесо, если не найдешь камеру. Ну, я еще из советских времен. Мы пока все способы не попробуем, пока все костылит не обмозгуем, смиряться не хочется. Итак, разбортировал. Значит, выход соска я залепил скотчем монтажным. Это положим сюда, этот же скотч подложим под диск, чтобы открылась камера. И вуаля, монтажная пена. А почему бы и нет? Будет интересно посмотреть, что это получится. Значит, водичку туда налил, водичка там есть. Весь баллон, наверное, туда уйдет, скорее всего. О, давай. Блин, наверное, ее порвет к утру. Она уже поперла. Посмотрим. Посмотрим. Зато, если она встанет, тут должно быть что-то. Вон она поднимается уже. Давай, давай, поднимайся. Звучки тут надо убрать будет. Здесь что? Здесь тоже запрет. Так. Ну потом очистителем пены отмою. Интересно, интересно. Вот уже хорошо разбилось. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Ну что же, результат превысил все мои ожидания. Колесо получилось просто великолепно. Оптимально по накачке, там остался воздух, вот, то есть проминается нормальненько так. Таким образом, саму покрышку, которая тоже сделана из какого-то полупластика, полурезины, не разорвет. Колесо теперь не боится никаких проколов, что самое важное, сохранило положительную плавучесть. Для трансового колеса это очень важно, потому что оно может отцепиться от транса, и если бы она не плавала, то он будет на дно и привет. А у этого колеса положительная плавучесть. Вот излишки я уже тут удаляю. Это хорошо делается, оказывается, обыкновенным обезжиривателем. До конца он не удаляет, но довольно значительно ослабляет пену. После этого так аккуратненько ее можно удалить, излишки. Ну, кому это не принципиально, может и так все это оставить.
Но я чертов перфекционист, и мне это не совсем радует глаз. Поэтому я это вот так поберу. Так вот. Вот оно все так соскальзывается аккуратненько. Аккуратненько соскаблим. Да, монтажная пена, слушайте, она прям очень радует своей многофункциональностью. Я даже поставил ее на один уровень с гениальнейшими изобретениями человечества вместе с скотчем синей изолентой, ВД-40, липучкой, которая вот на карманах, на клапанах используется. И, естественно, мотком медный провод, которым можно отремонтировать вообще, наверное, практически все. Так, все, это уберем, это соскоблю тоже. Что я соскоблю, возьму черный маркер и закрашу черным маркером. Ну, чтобы было совсем все как новенькое и красивенькое. Да, совсем вот он ее не снимает, пену, но ослабляет довольно сильно, я имею в виду обжиритель. А, кстати, вот этот ремувер не помогает совершенно. Не помогает, не снимает пену с этого материала. На улице разразилась гроза. Как приятно находиться в сухом, светлом помещении, когда на улице непогода. Ну здорово же! О, здорово! Кстати говоря, в следующий раз можно будет даже попробовать, и вы даже можете попробовать, не снимая колеса, не вынимая камеры из покрышки, не разбортовывая его, просто вынув заводник, взять такой пистолет и хорошенько придавив, предварительно закачав туда водички немного, потому что пена без воды там не застынет. И закачать туда пену, скорее всего, эффект будет тот же самый, положительный. Я просто боюсь, что равномерно распределиться она тогда не сможет. А здесь она распределилась очень равномерно и очень здорово. Шикарно получилось колесо. Жду ваших лайков, подписки на этот канал. На второй мой канал творческий. Слушайте мою музыку, мои песни. И смотрите мои приключения. До новых встреч!